значит, ты, Игнат, считаешь, что Витфест — это мероприятие для даунов с отсутствием личной жизни. Что скажешь, свое оправдание? Я действительно так считаю. Рот твой так считает, и тебе советую поменять свое мнение! Ну, у меня нет 600 рублей. Так найди, говнатый кусок! Там же будет вся элита Ютуба! Сайт ты, твою мать, читал! Такое скопище народу на ВДНХ ты больше нигде не увидишь, а еще там будут гиг-кадры! Там будут такие чуваки, как Сокол, Кисемяка, Оптимист, Рэндалл и Илья Бунин! Ах. Кто такой Илья Бунин? А я откуда знаю? Короче, либо ты приходишь по ссылке к видеозаписи и идуешь на Витфест на ВДНХ 6-го, 7 июня, или я зарежу тебя как свинью, ты понял? Да. А теперь скажи, я иду на Витфест. Я иду на Витфест. Громче! Я иду на Витфест. Громче! Я иду на Витфест!